Приветствую всех на канале Aroma Fortuna. Самая модная обувь, представленная в новом сезоне весна-лето, будет разнообразной и необычной. Выбрала топ-10 трендов обуви с мировых столиц моды, чтобы вам легче было найти себе по вкусу актуальную обувь на весну-лето 2020. Высокие сапоги представлены в необычных ярких расцветках, которые помогут создавать стильные и модные образы, привлекающие внимание и интерес. Лоферы на каблуке станут стильной и актуальной обувью весной 2020 года. Они будут выглядеть женственно и элегантно благодаря небольшому квадратному каблуку. Массивная платформа, которая была популярна в 70-х, идеальная замена неудобным каблукам. Обувь на платформе является новым веянием моды, которая завораживает своей лаконичностью.
Туфли Мэри Джейн. Самый очаровательный тренд наступающего сезона. Лаконичные и стильные ретро-туфли вновь актуальны. Великолепно подойдут для множества современных аутфитов. Туфли с декором заслуживают особого внимания. Актуальна вышивка и аппликации, меховой декор, различные пряжки. Все это гарантирует ей трендовость этой весной. Животные принты. В новом сезоне смело выбирайте яркие принтованные рисунки с различными расцветками. Лавры первенства отдаются принтам под зебру. Обувь с квадратным мыском. Лишь на первый взгляд она создает впечатление грубости. Попробуйте добавить такую обувь в образ с красивыми брюками или романтичным платьем. Эксцентричные флип-флопы. Сегодня можно сочетать не только с пляжными аутфитами.
Лучше играть на контрастах и ставить в пару к ним классические костюмы и женственные платья. Сандалии с завязками в греческом стиле очень практичны и универсальны. Сочетаются как с классикой, так и с авангардными нарядами. Они идеальны для отдыха на море. Обувь с 3D-эффектом. Новый тренд обуви, предложенный модными дизайнерами, выглядит необычно и смело. Это могут быть флип-флопы, босоножки или сандалии с дутыми объемными ремешками. Были представлены лучшие новинки женской обуви на весну-лето 2020 года. Если видео понравилось, подпишитесь на канал и не забудьте поделиться с друзьями. Пока!